Кричите, ребята, и посмотрите, что по Южному проспекту происходит. Офигеть, сколько людей там двигается. Сегодня всего лишь 12.06.2022, и вот вам понаприезжали люди. Хочу показать вам ценники на аттракциончики, которые здесь есть. Это первая часть парка, ребятки. Посмотрите, сколько людей отдыхает, сколько разнообразных аттракциончиков. И это очень радует, что Витязево потихонечку оживает. В сторону идем Парали. Здесь есть еще один парк аттракционов. Посмотрите, сколько здесь народищу, ребятки. Ну, классно. Сегодня 12 июня, сезон только-только начался. Людей очень много. Даже рогатка в этом году опять на месте. То есть можно пойти покататься. Давайте посмотрим, сколько здесь все стоит. Важно, интересно, почем же здесь аттракциончики. Можете увидеть. Катапульта стала стоить 1500. Хорошо, что она не прыгнула раньше. И обратите внимание, друзья, кипит у нас наш подход к Парали. Это даже не Парали, а здесь вообще в этом парке огромное количество людей, детей играют в аттракциончики. А где здесь ценники? И здесь вот такие цены. Что фиксировать? И батуты все есть, то есть для вашего развлечения, ваших детей. Интересно, как через всех этих людей продираться нам туда, к Парали. Помним утонувшую будку, ладно, домик полицейских, чтобы никого не обижать. Это вдруг, мало ли, как говорится. И вот уже подсветка включилась. Смотрите, какая красивая она, оказывается, светится. Это очередь банкомат у нас уже появляется. Чувствуется приход сезона. И прям красота, друзья мои. Попались мы на Парали. Посмотрите, как здесь все живет, цветет и пахнет. Прям красота, ребята. Это не может не порадовать. Давайте посмотрим Византию тоже, парк аттракционов. Византия парк. Поселок Витязево в этом году после обновления. Что тут интересного случилось, друзья? О, машинка какая-то под домом появилась прикольная. Здесь все покрыто. О, игра для всех, лазер. Так, оказывается, он сверху находится. Прикольно. Здесь прям полное перестроение, вы его даже не узнаете. Здесь, помните, такой молот стоял, теперь Crazy Dance. Потом в скором времени там еще на втором этаже что-то появится. Хотя и здесь уже движуха заработала. Это Византия, друзья, цельная в этом году. О, вот так вот видно. Я люблю такие видео снимать, когда жизнь кипит. Смотришь, на аттракционы очереди стоят, чтобы билетики купить. Просто на аттракционы очереди. В общем, жизнь пошла. Помаленьку, полегоньку, никто не верил, но курорты прям заполняют. Что прям шумит, крутит и пахнет. Это Парали 2021. Как приятно-то, а? Работает, поворачиваю резко камеру и здесь. Вау! Вау, ребята, это Парали. Посмотрите, сколько их там. Это просто фантастика. Люди, какие вы большие молодцы. Спасибо каждому, кто даже на выходные к нам приезжает. Мы вам очень-очень рады. Вышли мы с вами, друзья, потихонечку, но верно, на площадь перед Люксором и слышим, как качает. Видим, сколько людей еще здесь гуляет. И кафе-встреча прям протестирована в этом году. Советую к посещению. Там прям очень классно. Мы провели время, натанцевались. Чем я смотрю, там сейчас люди и занимаются. Оп, оп, весь танцпол занят. Заливаем, друзья, расстояние Парали. Посмотрите, впереди просто нереальное количество людей. Смотрим назад, тоже люди есть. Смотрим Орион, тоже народ есть, там танцует. Идем смотреть, что происходит в Китайке. Молодежная движуха.